Та-та-та-та-там! Привет, друзья! Добрый вечер, команда Карьера Онлайн. Мы ждем обратной связи, как нас видно, слышно. Ставьте плюсики. Ура! И сегодня с вами на банкете директоров. Да, директоров. Лилия Донскова, старший директор компании Oriflame. И Михаил Булавцев, старший менеджер компании Oriflame. И, конечно же, с нами огромная команда поддержки. Это наши лучшие партнеры, наши менеджеры. Вы их всех увидите поочередно. И, конечно же, это вы, наша любимая, дружная команда. И даже после такого мощного закрытия каталога даже техника аж накрылась, когда мы стали загружать слайды. Но благо все нормализовалось, и мы с вами и готовы приступать. Ну что, поехали. Как у вас настроение, ребят? Давайте проверим вас на готовность встречать бурными овациями достижения каталога номер 16. Покажите, как вы умеете хлопать, как вы умеете выражать эмоции свои на все 100. Отлично. Ну тогда поехали. И как обычно, с начала банкета мы начинаем со статистики. Итак, предыдущий каталог номер 16 показал у нас потрясающие результаты. Большой прирост, 21 тысяча, почти 700 бонусных баллов по России. В кавычках, в скобках вы видите маленькими красными цифрами, это результаты работы предыдущего 15-го каталога для сравнения. По wellness мы без 5 баллов 1800 набрали. 75 человек присоединилось к нашему проекту в течение 3 недель каталога номер 16. Из них 23 активировали свой личный кабинет, стали рекрутами. И 10 человек стали квалифицированными рекрутами. То есть прошли круто. Первый шаг стартовой программы. Да. То есть мы работаем на качество. И мы разбудили, реактивировали 28 человек. Круто. Да, и тут бурные аплодисменты, молодцы. Но мы можем еще лучше. И какие же новые результаты у нас в 16-м каталоге? Давайте посмотрим. На уровень 3% у нас вышло 46 человек. Ура! Первую ступенечку преодолели. Вторую ступеньку, консультант, 6% у нас достигли 6 человек. Молодцы! А на уровень 9%, то есть менеджерами, у нас стало 31 человек. Вот это ура! Полное ура! Супер просто! И есть у нас 15 менеджеров, 12%. Ура, товарищи! Ура, ура, троекратное! Супер просто! И мы двигаемся дальше. И сейчас мы поговорим о нашем любимом клубе. И вы знаете, быть в этом клубе очень респектабельно, да, и очень уважительно, и очень выгодно. И в нем быть просто обязан каждый, кто пришел сюда строить бизнес. У нас тут свой клуб. Да, у нас тут свой участник премьер, ой, VIP-клуб. И это 70 человек с личными заказами от 150 баллов и выше. Суммарно совершили заказ на 13 686 баллов, что составляет 63% от общего командного товарооборота. Ребят, можете себе представить, вот чтобы стать директором, нужен товарооборот всего 7500 баллов. Да, и у вас будет зарплата 30 тысяч, поездка на банкет директоров на два лица, премия 1000 долларов, да, праздник жизни, вас напечатают в журнале. И, а тут всего 70 человек сделали практически два раза уровень директорской команды. Круто? Практически квалификацию золотого директора. Друзья, о чем говорит еще цифра 70 человек, участников премьер-клуба? 70 человек нашего интернет-проекта получают зарплату от компании Oriflame. Круто! Да, то есть нужно же, конечно, работать с теплым рынком и каждому участнику вашей команды объяснять выгоды премьер-клуба, потому что быть там, в принципе, легко, было бы желание. И поехали дальше. Посмотрим, кто же у нас отличился и вошел в топ-10. Итак, номинация топ-10 с личными заказами. И тут суммарно наши 10 активистов набрали, совершили заказ практически на 4500 бонусных баллов. Обалдеть! И кто же эти герои? Ну, Донского и Булавцев, 1050 баллов.
скромненько мы так в этом каталоге, да, поработали. Могу сказать даже больше, что это практически не выходя из дома. То есть уже такая репутация, да, стала громкая у нас, что люди сами звонят и делают заказы. Мария Склиренко, город Урай, 501 балл. Иванова Анна, 468 баллов. Крутышки. Амангалиева Ольга, 451 балл. Лукьянова Светлана, 366 баллов. Вау, как вы это делаете? Караева Анна, 310 баллов. Майорова Анастасия, 295 баллов. Жилина Людмила, 267 баллов. Вот вы мне скажите, как эта девушка, будучи дома со сломанной ногой, сделала такой огромный заказ? Удивила. Лукоянова Елена, 265. И десятое место разделили два потрясающих человека. Это Назаров Сергей, Диянова Наталья, с заказами 252 балла. Круто! Аплодисменты вам! И, конечно же, отдельно, как мы всегда, как компания отдельно выделяет в информационном листе продукцию Wellness, так и мы в своих, да, онлайн-банкетах выделяем продукцию Wellness. Наша команда на протяжении 16-го каталога потребила продукции Wellness на 1800 бонусных баллов. И давайте посмотрим на лидеров потребления. А давайте сначала спросим, ребят, а кто Wellness любит, кто уже начал для себя выписывать Wellness и уже получил какие-то свои личные результаты? Конечно же, Аня. Отлично. Ну и так посмотрим, кто же у нас отличился в топ-10. То есть 10 человек суммарно сделали заказ на продукцию Wellness на 967 баллов. Итак, первое место у нас занимает Лукьянова Светлана с заказом Wellness продукции на 247 бонусных баллов. Светланка будет у нас самая здоровая и красивая. Гагарина Светлана, 126 баллов. На третьем месте мы с Лилией, 91 балл. Скромно. Варгина Наталья, 90 баллов. Мамедова Гельшат, 83 балла. Умнички. Мальцева Ольга, 75 баллов. Рябова Лариса, 74. Бахмутова Олеся, 65. Склиренко Мария, 65. И Алёша Наталья, 51 балл. Супер, молодцы. Двигаемся дальше. И вкусно, и полезно, и эффективно. И я хочу представить сейчас Степанову Яну. Это наш новый результат. У Яночки сложилась очень такая классная ситуация, что под ней есть мощный человек, мощная ветка. Мы вам чуть позже сейчас представим эту команду. И у Яны есть личный результат. Заказом 1168 баллов и групповым заказом 1285. Яна становится менеджером 9%. Это новый, быстро растущий такой результат. Яна прошла всего третий шаг стартовой программы. И с этим мы ее поздравляем. Запусти зверушку. Молодец, Яна. И вот она, команда, да, звездная команда. Многие уже наслышаны про этот результат. И я не буду ходить вокруг да около. Я могу сказать, что самые мощные результаты создаются, когда мы приглашаем в свою команду близких людей. И Наталья Гришина просто взяла и сделала так, как учат спонсоры. Да, испокон веков этот опыт мы передаем из поколения в поколение, во всех книгах и во всех семинарах об этом говорят, но делают далеко не все. И даже используя интернет-технологии, ребят, можно, не выходя из дома, построить огромную команду со своими друзьями. И сейчас мы увидим как раз на примере команды Гришина и Наталья, увидим наглядный пример, как же работать с теплым рынком. С какими результатами Наталья закрывает свой второй каталог? А если быть точными, то полтора месяца всего лишь в проекте. И вот уже такие результаты работы. Итак, прежде всего немножечко Наташа. Наташа у нас мамочка в декрете, сидит дома, воспитывает свою второго ребенка, свою дочурку. И вдруг на досуге она решила поработать в интернете. Первые две недельки она присматривалась, да, по сторонам смотрела, как это все тут работает, и потом взялась за дело. Молодец. Наташ, вот знаешь, просто поздравляю тебя от всей души. Ой, я рада, что ты сейчас здесь в комнате. Я рада, что ты делаешь все правильно, грамотно. Самое главное, всегда нужно держать нос
по ветру, хвост пистолетом, и всегда для своей команды быть примером, потому что люди идут на результат. Итак, личный заказ 208 баллов, групповой заказ 1117 баллов, и зарплата Натальи составила 2720, почти 2 рубля. Прирост к первому каталогу составил 500... К предыдущему 545%. То есть в 5,5 раз Наталья у нас увеличила свой результат предыдущего каталога. Круто! Всего в команде 15 новичков пришло в этом каталоге. Из них 6 стали активными партнерами, разместили свои первые заказы. И 3 человека стали квалифицированными рекрутами. Итак, кто же эти наши друзья? Смотрим, да, на слайд. Это активные новички. Зотова Наталья с заказом 55 баллов. Морозова Наталья 56. И Парфенова Лилия 17 баллов. И это еще не все. Ну, давай ты. Михалкина Оксана с заказом 51 балл. Цыганкова Галина 75 баллов. И активный новичок Новик Маргарита 50 баллов активационный заказ. Кстати, Новик Маргарита — это сестра Наталья. Ну, не родная. Но... Новые результаты. Консультант 3%. Это впервые в истории новый уровень. Ряшина Наталья с личным заказом 150 баллов и групповым заказом 343 балла. Крутышка. Наташа молодец. Наталья Зотова с заказом 55 баллов и групповым 193. И Мартысевич Сюзанна с личным заказом 110 баллов и групповым 235. И хочу сказать, что Мартысевич Сюзанна тоже является сестрой троюродной, по-моему, да, Натальи. То есть Наташа зовет всех, ни за кого не решает, и это правильно. Мы не имеем права решать за людей, да, что они хотят или не хотят. Особенно важно приглашать в команду сразу же своих родственников. Ведь вы своим близким желаете добра, счастья, больших денег, поэтому приглашайте их к нам. Да, а это их дело решать, что делать дальше. Итак, консультант уровень 6%. Это у нас Свиридова Екатерина с личным заказом 150 баллов, групповым 674. И Плющева Елена, личный заказ 173 балла, групповой 516. Но девчонки уже все с зарплатами. Вообще приятно смотреть распечатку просто по команде. И менеджер 9%. Сама Наталья. Как вы догадались. Наташ, тебе бурные аплодисменты. Главное, да, не задирай нос слишком высоко, продолжай пахать в том же духе. Останавливаться можно только на уровне бриллиантовый директор. Договорились? Обратите внимание, друзья, у Натальи сейчас всех партнеров, которых мы озвучивали, с достижениями, с номинациями, новыми результатами, практически все участники премьер-клуба. То есть для достижения уровня менеджер 9% вам фактически нужно всего лишь 5 человек выше стоит. Ну, да. Все участники премьер-клуба. Аналогично и для достижения звания директор вам необходимо всего лишь 49 человек, вы 50-й. И вы директор. Все просто. Все очень просто. И стартовую программу у нас прошли в команде. Плющева Елена, первый шаг. Ряшина Наталья, первый шаг. Девчонки получат такие классные подарочки. И Мартысевич Сюзанна, классные наборы. А дальше будут еще вкуснее. Сама Наталья прошла еще только второй шаг стартовой программы и получит уже в этом каталоге целый потрясающий набор по уходу за лицом и декоративную косметику. И участники премьер-клуба. Ну, вы видите, да, все те же самые лица, потрясающие красотки, молодцы. Желаю, чтобы в каждом каталоге этот результат получался вот так вот просто легко. И уже в следующем каталоге, чтобы количество участников премьер-клуба здесь не помещалось на одном слайде. Вот так вот. Ну и что, я передаю микрофон Булавцеву Михаилу, он расскажет про свою команду. Итак, приветствую всех еще раз и хотели бы сейчас... И хотели бы сейчас подвести итоги работы нашей команды в каталоге номер 16. В этот раз мы поступим немного по-другому. План поздравлений будет чуть-чуть изменен, дополнен новым менеджером. И поэтому начинаю с участников премьер-клуба.
В этом каталоге, в предыдущем каталоге в нашей команде участников премьер-клуба было 16 человек с заказами от 150 баллов и выше. То есть 16 человек в нашей команде получили зарплату. Суммарно данные люди совершили заказ почти на 3400 бонусных баллов. То есть практически половина от директорской структуры. Итак, двигаемся дальше. Не буду зачитывать пофамильно. Кто себя видит, да? Ставьте смайлики. Да, кто видит своих партнеров, да, ставьте смайлики. Да. Листаем дальше. Всего у нас 16 человек, напоминаю. Ух ты! Не останавливаемся, да. Но вы знаете, наш бизнес держится на премьер-клубах, потому что это очень выгодно. Люди не бросают это дело, потому что когда получаешь все выгоды, остановиться просто невозможно. И хотел бы выделить партнера нашего, нашу коллегу, казначееву Ирину. У нее буквально за, наверное, считанные дни после возвращения из отпуска из Сочи, по возвращению в Саратов, сразу же появились две личных регистрации. Одна, кстати, из Сочи регистрация. Причем и сразу, все заказами. Да, сразу включились в работу, совершили активационный заказ. И это у нас Журавлева Екатерина и Демкина Анастасия. Молодцы. Поздравляем. Итак, новые результаты в каталоге номер 16. Консультант 3%, 17 у нас таких новичков. Консультант 6%, 3 достижения. Менеджер 9%, 21. И менеджер 12%, 15 человек достигли такого уровня. И одному из таких новоиспеченных менеджеров 12%, Бахаевой Екатерине, я хочу сейчас передать микрофон для озвучивания достижения своей команды. Катюша, везде нажимай «Соглашайся» и сама представляй свою команду, а мы включаем фанфары. Тру-ту-ту-ту! Все, большой лидеры! Ставьте плюсики, слышно меня, видно? Так. Ага, слышно, а то я думала, что все, меня не слышно. Всем огромный приветик. Желаю всем отличного настроения. Давайте я представлю свою команду. Листайте слайды дальше. Угу. Это моя большая команда уже. Менеджеры, новые консультанты. Могу сказать то, что мы хорошо начали расти по теплому рынку. То есть рекрутинг по холодным, пока у нас настраивается рекрутинг в интернете, то есть по холодному рынку, мы работаем с теплым рынком. И к нам пришли амбициозные, целеустремленные партнеры, которые действительно хотят строить бизнес и хотят развиваться в этом направлении, хотят развивать себя как лидеры. Лиль, давай следующий слайд. Это мои бриллиантики. Войдем в бриллиантовую команду. У нас первое, я хочу поздравить Соломонову Александру. Она прошла первый шаг стартовой программы с личным заказом 101 балл. И ее... Сашуль, поздравляю тебя с результатом. Это только начало. Вот. Давай следующий слайд. Далее, буквально за 3 дня до конца каталога к нам в команду пришел активный партнер Жукова Елена. Она уже была в нашей команде, пришла повторно. И она за 3 дня сделала заказ на 151 личный балл. Вообще колоссально. Она сразу вышла на уровень консультант 3% и прошла первый шаг стартовой программы. Также в нашей структуре 4 новых консультанта 3%. Это Костикова Наталья. Я знаю, она сейчас в комнате. Поздравляю тебя, Анатоль. Соломонова Александра, Руденко Олеся и Жукова Елены. Поздравляю всех моих будущих бриллиантов. Далее, вот этой девочке можно, вот о ней можно говорить, мне кажется, часами, потому что это человек позитив. Вышла она на уровень консультант 6%. У нее 3 деток. Танюшка у нас из Санкт-Петербурга. Да, это сестра Ивановой Анютки.
пришла к нам по теплому рынку, то есть она его, Анютка ее пригласила. Вот, и она уже у нас второй каталог, и прирост ее предыдущему каталогу был 373%. То есть ее команда выросла на 382 балла. Она вошла у нас в премьер-клуб, прошла второй шаг стартовой программы. Поздравляем! Танюшка, молодец! Дальше у нас тоже уже 6 менеджеров новых, 9%. Тоже поздравляем, их очень много сделали. Все практически участники премьер-клуба. И хочу поздравить Иванову Анютку. Это просто мега-мотиватор, мега-двигатель. Ой, буквально сегодня у нее была личная регистрация. Вот, Анютка у нас по всей команде, по нашей, сделала очень большой заказ на 468 баллов. Вошла в премьер-клуб, конечно же, прошла второй шаг стартовой программы. Если честно, до конца она не верила, что выйдет на менеджера, но вышла. Так что растем, Анютка, не отчаивайся, всегда поможем, только вперед. Дальше, Лиль, давай. Так. Верили, главное, что мы верили. Дальше хочу поздравить Устинову Аленку с новым менеджерским уровнем 9%. Также вошла в премьер-клуб. У нее есть растет замечательный малыш. Желаю тебе больших побед. Обязательно верь в себя и расти по карьерной лестнице. Дальше, Лиль, давай. Так, также у нас вырос новый менеджер 9% Копцова Дарья. Вошла буквально в последние часы, вошла у нас в премьер-клуб с заказом 153 балла. Желаю также расти по карьерной лестнице и верить. Так, также у нас новый уровень у Малышкиной Оксаны, также менеджер 9%. Вошла в премьер-клуб, начинает активно сейчас рекрутировать. Также желаю огромных побед, войти в бриллиантовую команду и расти вверх. Новый уровень, еще один менеджер 9%, Вехарева Анастасия. У Вехаревой Анастасии растут два маленьких хулигана, которые буквально не дают ей работать, но она пытается, она делает, потихоньку начинает рекрутировать. Также вошла в премьер-клуб с заказом 152 балла. Вот. Желаю расти тебе тоже по карьерной лестнице, войти в бриллиантовую команду. Здесь вы можете видеть всех наших участников премьер-клуба. Опять же, повторюсь, чтобы сделать результат, вам нужна ключевая команда, вам нужны партнеры, которые будут участниками премьер-клуба. И буквально для директорской структуры вам нужно всего 50 человек. Обязательно рекрутируйте по теплому рынку, потому что с теплого рынка придут те люди, которые вам верят, и которые останутся с вами и будут идти. Вот. Самое главное, верьте в себя и верьте в этот бизнес. Всем желаю отличного настроения и рекрутируем и растем. Все, всем пока. Привет. Ага. Ура, конечно, ура. У меня аж дар речи пропал. Я поздравляю свою команду и весь наш проект «Карьера онлайн» с итогами 16-го каталога. Все такие на фотографиях разные, счастливые, на радостях. Ага. Следующий слайд. Так, я немножко, может, перепутала слайды, ладно. Мы начнем сразу с номинации «Участники стартовой программы». Здесь мы разделились у Маши на Склиренко на слайдах ее команда, наша другая команда. Итак,
Я поздравляю Лену Бондину с выполнением третьего шага стартовой программы с личным заказом ЛТО. Лена у нас мама в декрете, мама двоих деток. Лена у нас из базарного Карабулака пришла по теплому рынку к нам через интернет, через сеть «Одноклассники». Личный товарооборот 150, а групповой товарооборот 304. Вышла на уровень 3%. Уже второй раз. Желаю Лене побольше работать над рекрутингом. Поздравляю Валентину Меньшонкову с прохождением третьего шага. Личный товар 175 баллов. Групповой товарооборот 299 баллов. Хорошо. Ксения Пархоменко. Это наш ключик тоже. Четвертый шаг прошла. ЛТО 240. Групповой товарооборот 454 балла и уровень 6%. Также поздравляю Наталью Бугакову с выполнением третьего шага. 101 балл. Следующий слайд, пожалуйста. Наши кюшечки, которые присоединились совсем недавно, это Юлия Белянина, 17 лет, базарный Карабулак, это тоже теплый рынок, по рекомендации пришла студентка, 103 балла сразу сделала, молодец, поздравляю, надеюсь, что дальше будет еще лучше и круче. Также поздравляю Лилию Лопатову, базарный Карабулак. Личный товарооборот 62 балла и групповой товарооборот 160 баллов и уровень 3%. Поздравляю наших менеджеров. Это Чиксипи, Всякина Любовь. Вот она рядом со мной. Показываю. Сейчас мы предоставим ей слово. Люб, я тебя поздравляю. Так держать и двигаться дальше, чтобы уже ближайшие несколько каталогов открыть звание старшего менеджера. Склиренко Мария, тебя тоже поздравляю очень сильно с достижением большого прироста в этом каталоге. И также поздравляю с хорошим личным товарооборотом Наталью Диянову. И Наталья у нас... Прям вот чуть-чуточку не хватило каких-то действий выполнить до 15%. Следующий слайд. Не буду зачитывать все фамилии, все, кто видит. Давайте аплодисментами поздравим. Это менеджеры 12-15%. И следующий слайд. А также у нас очень много в команде уровня от 3 до 9%. Также хочу выделить немножечко прекрасную девушку, которая очень-очень сильно старалась. Проживает она в маленькой деревне. Деревня, по-моему, да? Наталья Курганова, которая вошла в этом каталоге в премьер-клуб и получила свою первую зарплату. Следующий слайд. Да, спонсор у нас Ксения Пархоменко. И я свое выступление завершаю и передаю слово Любовь Бучайкине. Она тоже хочет поздравить свою команду. Всем привет, я Любовь Бучайкина. Второй каталог подряд менеджер 12%, на что я себя очень даже злюсь, что надо быстрее-быстрее вперед стартовать. Проект пришла, можно сказать, давно, но начала работать так активно развиваться совсем недавно, с сентября месяца, после декретного. Что-то меня так в роддоме навеяло, что с рождения дочки, наверное, надо больше доходов, наверное, увеличивать это. Да. Вот, команда собирается у нас активно, в основном по теплому рынку. Все девчонки молодцы. В этом каталоге у нас менеджеры 9%, 4 человека добавилось. Вот сейчас на фотографии нету Анны, она тоже у нас уже в том каталоге вышла. Поздравляю ее. И Анна, девчонок, молодцы. Следующий слайд там. Вот она наша Анна замечательная.
двое мальчиков, двое сынушек, и все, она успевает, и также она успевает и расти, всегда общается активно с командой. Личный заказ сделал 310 баллов. Ну, правильно, мальчишки, семья, мама, всем надо, чтобы на всех хватило. Молодец. Поздравляю тебя, Аня. Дальше. Ксения. Вообще молодец девчонка. Пригласила ее Анна. Тоже это было по теплому рынку. Да, мне Ольга подсказывает, что она в ветке у Анастасии Майоровой. Но они сестренки, да? Молодцы, активно работают. Я вас поздравляю. Личные заказы такие большие делают. И в премьер-клубе с первой зарплатой. Молодцы, так держать, девчонки. Давайте дальше. Наверное, у нас, да? Да, все, слава. Молодцы, спасибо всем. Всем привет, как меня слышно, видно? Поставьте плюсики. Угу, я быстренько постараюсь. Представляю свою интернет-команду. Команду моей Скринка. Всем не знакома. Думаю, все знают. Давайте дальше. Угу. Премьер клубов. Я сначала представлю свою команду, и потом еще немножечко Наташа Алешина, если она сможет микрофон взять. Что расскажет она, а так я. Премьер клуб моей Скринка 501 балл личный заказ. Людмила Викулина, хорошо. 210 баллов личный заказ. И Наталья Алешина 155 баллов личный заказ. Давай дальше. Молодцы, девчонки. Мы молодцы. Каждый раз в премьер-клубе. Мария Ган 153 балла. Отличный заказ. После того, как Маша у нас съездила к Лиле, она снова вошла в рабочую колею. И ее уже команда подтягивается. Ирина Хазиева тоже с возвращением. 162 балла. Отличный заказ. Дальше давай. Вика Безумова со своей командой, 150 баллов личный заказ. И также Вероника Талеева, 175 баллов личный заказ. Это у нас с Камчатки, с Ямала. Тут только нет народа. Сергей Воробьев, 163 балла личный заказ. И Луиза Фомина, 184 балла личный заказ. Это, можно сказать, Викина команда, это такие замечательные потребители, которые на работу никак не могут раскрутиться, но 150 баллов – это минимум, что делают. Давай дальше. Угу. Наши лучшие рекрутеры у нас в этом каталоге было 17 новичков. Людмила Викулина – 4 новичка, и Наталья Алешина – 8 новичков. Из них 4 рекрута. Дальше из Наташной команды тоже будут рекрутеры, я их представлю позже. Дальше. Не буду читать наш актив потребителей, это те, кто делают заказы, практически каждый каталог, маленькие такие потребительские заказики, семейные, тоже все, кто тебя видит, думаю, будет приятно видеть на этом слайде. Давай дальше. Интернет-команда менеджера 9% Наталья Алешина. Давай, Ли, чтобы долго время не тянуть, видно, у нас уже время – деньги. Премьер-клуб. С огромным удовольствием поздравляю, в первый раз вошла в премьер-клуб Наталья Квашилава, 157 баллов личный заказ. Наташа тоже вернулась после перерыва. И Иванова Лизочка, это, можно сказать, моя родственница, 151 балл личный заказ. Давайте дальше. Придет скоро ко мне за заказом, мое СПО. Лучшие рекрутеры Наташиной команды – это девочки, можно сказать, новички такие активные прошлого каталога. Это Жанна Лучкова, 2 личных регистрации, и Наталья Шефтель, 1 личная регистрация. Каждый день рекрутируем, всегда на связи, ходим на планерки. В общем, такие ключики начинающие, наши рекруты. Ольга Остапьева, личный заказ 43 балла, спонсор Наталья Алешина. Татьяна Савина, личный заказ 23 балла, спонсор Наталья Алешина. Дальше. Жанна Сагнаева, личный заказ 18 баллов. И Марина Мирошник, личный заказ 62 балла. Не будет удивительно, спонсор Наталья Алешина и у Жанны Наталья Шефтель. Могу сказать одно, все рекруты у нас сделали заказы в последний день. Поэтому, в принципе, и был такой прирост, так как начали все активно делать заказы. Новые уровни. Первый раз вышли у нас
на уровень консультант 3%, это Наташа Шефки. Как уже сказала, что можно сказать новичок, групповые баллы 150 баллов. И Наталья Квашилава, групповые баллы 200 баллов. Молодцы, это самый, наверное, такой приятный уровень, так как он первый. Эмоции захлёстывали в чате, просто визжали девчонки в голосовых сообщениях. И с возвращением на уровень хочу поздравить. Немножечко мы присели, да, чтобы оттолкнуться. Теперь только трёх. Это Люда Викулина, менеджер 9%. И Наташа Алёшина, тоже менеджер 9%. Молодцы, девчонки, отличная работа, командная работа. Мотивашка маленькая. Дела идут лучше, когда достаточное количество людей решает, что они могут идти лучше. Мир меняется, когда простые люди идут вместе к общей цели. Мы все команда, поэтому все вперед. Там еще один слайд. Буквально слайд благодарности команде. Спасибо. Съехало все на свете. Спасибо за работу, ребята, в этом каталоге. Следующий каталог будет еще намного лучше. Всем спасибо, всем пока. Давайте следующему микрофон. Всем привет! Как меня слышно? Поставьте плюсики в чате. Привет-привет! Где наша команда? Всех рада видеть. Всех поздравляю с результатами 16-го каталога. В 17-м будет намного больше, намного выше у нас уровни. Это команда Леси Бахматовой. Представляю я, Галина и Роман Кравченко. Мы вместе работаем. У нас семейная пара теперь. Кто-то отвечает у нас за рекрутинг, кто-то за собеседование. Вместе идем к нашим целям, нашей команды. Это наши активные партнеры. Лиль, давай дальше. Также здесь у нас команда. Это Светлана Гагарина и Катя Сосково. И наши, естественно, и наши активные партнеры. Я обожаю всех наших партнеров, всех их люблю. Неважно, в какой ветке они у меня находятся или в параллельных, я со всеми работаю. Ну и, конечно же, Роман Кравченко, мой муж, который решил вместе с нами работать. А сейчас мы активно обучаем наших новичков, идем вместе с нашей командой, разрабатываем новые планы. Рвем всех. И наши активные новички, которые пришли, сейчас у нас обучаются. Это Елена Овсянкина, я ее поздравляю с тем, что она пришла в нашу команду, работает сейчас, потихоньку обучается. Это Ирина Вяткина, которая тоже обучается, и Анатолий Мирошниченко. Думаю, что у нас мужская команда тоже будет очень большая, я на это надеюсь. Будет. И поздравляем мы с уровнем 3%. Это Гельшат Мамедова, у нее спонсор Елена Шейна. И дальше. А также у нас на уровень 3% вышли Никулина Наталья, Копырина Юлия, Севардян Анжелика, Калиненко Светлана, Михалаки Ольга, Роловец Ольга и Лебедева Наталья. Поздравляю всех девчонок, которые вышли на новые уровни. И лидеры по выполнению плана ЛТО. Это наш премьер-клуб. Конечно, все же самые лица, кто и всегда выполняет, поэтому всегда стремитесь быть в премьер-клубе, чтобы вы получали все плюшки, все вознаграждения от компании, их очень-очень много. И также участвуйте во всех акциях, которые сейчас идут. Компания каждый каталог новый-новый придумывает для нас, поэтому лучше всего, конечно, в них участвовать. И по команде у нас 596 баллов. Конечно, мы за здоровый образ жизни. А дальше, что у нас за слайд? Семнадцатый каталог у нас идет самый большой, 28 дней, поэтому у нас есть время, чтобы выйти на новые большие уровни, мы будем к этому стремиться. И самое главное, никогда не сдавайтесь. Всегда идите вперед, чтобы вас не останавливало. Обязательно у вас тогда получится, будет рост, и мы выйдем на новый уровень. Всех поздравляю, всех целую и люблю. Пока-пока.
Друзья, как меня слышно? Поставьте плюсики. Замечательно. Я рада всех приветствовать на чудо-банкете по итогам 16-го каталога, мои любимые каталоги новогодние. Хочу с удовольствием поздравить всю команду с их результатами, с их такой классной работой. Очень приятно смотреть, что новые лица приходят от успеха. Наташа Гришина, прям очень рада за тебя. Молодец, умничка. Вы вдохновляете таких старичков, как мы. И немножко повод напутствия. Мечты не работают, пока не работаешь ты. Я думаю, вы все об этом знаете. И мы получаем от жизни то, во что верим. Ты веришь, что жизнь прекрасна, и она прекрасна. Ты веришь, что она ужасна, и она ужасна. Веришь, что выхода нет, и не найдешь выхода. Веришь, что выход есть, обязательно его увидишь. Ты ждешь беды, она обязательно придет. Ты боишься заболеть, заболеешь. Ты веришь в успех, ты его создашь. И если ты ждешь счастья, то оно уже на пути к тебе. И наша вера создает нашу реальность. Такие сильные слова, мне кажется, каждый партнер понимает, о чем здесь идет речь. И давайте приступим к нашим поздравлениям. Я вам желаю, чтобы вы верили в свой успех, потому что вы его сами создаете. Это уже проверено годами исследования, работы в этом направлении. И наши новички. Хочу поздравить тех, кто все-таки решил присоединиться. Ангелина становится все громче и громче. И вот такой вот стих нашим новичкам посвятить. Не буду перечислять фамилии. С кем-то я из них знакома, с кем-то еще нет. Сбылась мечта твоя сегодня, работа новая нашлась. Тебя мы от души поздравим, удача только началась. Тебя ждет счастье и достаток, скорей к работе приступай. Добейся лучших результатов, свою карьеру развивай. Вот такой классный стих мы подготовили, это касается всех новичков. И у нас есть Полянина Надежда, которая сделала заказ на 70 баллов. Мы ее поздравляем, это новичок в команде Наташи Григорьевой, она, конечно же, ей помогала. Молодцы, девчонки, продолжайте в том же духе. Да, вас Ангелина поздравляет просто вот всем голосом. И, конечно же, хочу поздравить участников премьер-клуба. Это те люди, которые сделали заказ на 150 и выше. И, конечно же, в списках лидеры команды – это Ничелада Екатерина, 150 баллов. Это наша Наташа, спикер Академии красоты, Григорьева Наташа. Она сделала личный заказ 181 балл и получила такую приличную скидку. Следующий слайд, Лиль. Вот обычно Ангелина спит в это время, но сейчас она за поздравлялку просто уже три раза. Участники премьер-клуба, еще наши красавицы-девчонки, это Саторова Анечка, которая сделала заказ аж на 195 баллов. Получила хорошую скидку, она второй каталог в премьер-клубе. Анютка, молодец, продолжай в том же духе. Я знаю, что у тебя получится. Агаджинян Шогик тоже умничка, такой классный заказ сделала. 197 баллов, и такая у него получилась хорошая скидка. Я очень рада, что ты вернулась, супер. Исаева Лиза, 165 баллов, тоже очень классно. Наша девочка, которая сейчас работает на ведущей аптеке, и в то же время успевает собирать такие классные заказы. И еще участники премьер-клуба, это Юрина Наташа, 151 балл, и Якупова Оксана, 166 баллов. Вот такие у них скидки, зарплаты. Что, да, у нас Шогик еще учится в ГУРе, молодец. Она сестру пригласила. Сестра тоже у нее вроде начала работать. И я хочу очень вот так вот отдельно поздравить свою любимую девочку Олечку Амангалиеву. У нее сейчас интернет
умер, бывает такое. Она хотела послушать поздравления через телефон, звонила мне, но она будет в записи, потому что я говорю, ты должна видеть это. Королева продаж, уровень 6%. Я вижу, что вот этот вот человечек как раз-таки работает, наверное, так усиленно, потому что Оля живет в маленькой деревне. Я люблю рассказывать ее историю, мы с ней знакомы достаточно давно. Я хочу, ну, чтобы ее история была такая показательная для нас. Мы познакомились с ней по телефону, я случайно не туда попала несколько раз. Ну, когда обманывала, это было лет, наверное, 8 назад. И вот наткнулась на тогда еще молоденькую Олю совсем и зарегистрировала ее. Она стала задавать мне много вопросов, звонить. Она всегда была очень любопытной, ответственной к вопросу о том, ну, касаемо любого вопроса. То есть вот кому-то надо подобрать карандаш, она позвонит у меня, спросит, какой лучше. И до сих пор она задает много вопросов, всегда учится. И сейчас Оля еще также плохо очень видит, она через экранную лупу работает в интернете. Она сейчас активно изучает интернет, и очень здорово, что у нее пошли регистрации, две регистрации в прошлом каталоге и личный заказ 451 балл. Я уже вижу, как она отвечает людям, как она общается, и у нее действительно новый уровень за это время. Оль, я тебе желаю дальнейших успехов с твоей целеустремленностью, с твоей вот этой идти до конца, у тебя точно получится. Да, мы с тобой все восхищаемся, ты супер, если мы хорошо видим, у нас все отлично, и то не делаем, да, то Оля, несмотря на то, что ей так много за компьютером нельзя сидеть, она все равно успевает рекрутировать. Друзья, следующий слайд, Лиль. И я хочу пожелать счастья вам, тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты, чтобы не гас огонь в глазах горячих, и сбывались ваши мечты. Спасибо большое вам. Я люблю свою команду, люблю наш проект, и до скорых встреч. Как нас слышно? Привет, друзья, еще раз. Привет, привет. Спасибо всем менеджерам за поздравления своих команд. Очень приятно видеть, как вы вообще работаете, двигаетесь вперед. Мы не всех, конечно, знаем, но это очень здорово чувствовать наше единство, дух, да, и страсть. И это вообще очень здорово видеть новых партнеров, новые достижения. И особенно людей, с которыми ты впервые начинаешь общаться, знакомиться. Впервые встречаешься на менеджерских, директорских там мероприятиях, банкетах директоров и так далее. Это очень здорово, конечно же. Согласна. Ребят, ну что, как у вас настроение? Появился там порох в пороховницах, да, чтобы зажечь 17-й каталог, чтобы он еще лучшие были результаты. Чтобы готовы в новогоднюю ночь вас поздравить также, да, по окончанию каталога. Да, чтобы салют в вашу честь бомбануть. Мы, наверное, будем проводить банкет на улице и сжечь салют. Давай, правда, так сделаем? Просто будем сжечь. Будем сжечь. Настроение супер. Да, я предлагаю вот эту вот теплоту, вот эту мотивацию взять с собой и забрать ее на весь каталог, чтобы вдохновляться и вдохновлять всех своих партнеров. И нести в ширину, в глубину своей команды. Вы помните, как расшифровывается, вернее, как переводится название компании Oriflame? Кто знает? Не буду вас томить. Это золотое пламя. И вот это золотое пламя нужно нести людям в своем сердце и отдавать его буквально каждому встречному. Это можно отдавать. Каждому человеку рассказывать о возможностях, которые дает нам наш проект, наш бизнес, и о том, как можно здесь изменить свою жизнь к лучшему, и чтобы каждый человек воспользовался этим предложением и выложился на всю катушку, потому что только выкладываясь, только отдавая что-то, можно получить взамен. Ребят, никогда не думайте, что вам деньги, да, мешок с деньгами бахнет на голову. Нет, это нереально. В любом деле нужно постараться, чтобы пошел результат. Если вы, конечно, не дочка Рокфеллера.
Да. Нет, конечно, мы не дочка Рокфеллера. Тогда ты тоже нужно не работать, дочка. Работать и работать. Да, поэтому, как говорится, улыбаемся и пашем. И пашем, и пашем. Все, спасибо вам огромное за супер классную работу, вообще потрясающий банкет. Да, улыбаемся и пашем, и за новыми супер классными результатами. А что у тебя своей рукой машешь, да, вместе синхронно? Пока-пока. А сейчас ставим классную музыку. И помните, что каталог пролетит очень-очень быстро. Надо сейчас прям начинать работать. Пока. А ты?